Друзья, всем привет! Мы продолжаем тренировки. И следующее, о чем я хочу поговорить, об ошибке, которую, опять же, делала Ника. Она у нас бегала вокруг меня кругами и не отдавала поноску, жадничала. Просто крутил, скрутил, скрутил, Ника, все у нее валилось, все падало. И, в общем, мы немножечко это тоже подкорректировали. А подкорректировали следующим образом. Подачу я, опять же, ушел на несколько шагов назад и делал подачу таким образом, чтобы ей некуда было убежать. Использовал для этого ограниченное пространство. И собака, естественно, бежала непосредственно ко мне. Тем самым у нее выработалась правильная, как сказать, механика выполнения данного упражнения. И теперь собачка несет поноску исключительно мне. Но немножечко, конечно, хитрит, пытается зайти за меня. Ну, какие-то моменты, и я тут ее немножко ловлю. Мы немножко хитрим с друг другом и пытаемся добиться того, что нам надо. Смотрите, как это сейчас получилось и как... И что сейчас происходит? Ждать. Дай. Молодец. Умница, умница. Вот она попыталась пробежать, я ее позвал, она вернулась ко мне. Уже не делает круг, то есть есть какой-то, значит, у нас положительный прогресс, потому что она перестала бегать кругами вокруг меня, а делает более-менее правильно. Поэтому будем заниматься, стараться довести до идеала подачу, а после чего продолжим уже усложнять с двумя, с тремя поносками. То есть сейчас мы вернулись, откатились назад и немножечко, немножечко исправили наши ошибки. Сит! Ника! Молодец, а ты умница, умница, все хорошо, да, хорошо, хорошо. Молодец, 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 дай, дай. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.